Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина – очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Носители этого имени с буквой «В» возможно ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Носителю этого имени свойственна самостоятельность и объективность. Эти качества для жизни хороши, даже очень нужны. Иногда эти люди боятся обидеть интересы других, что идет вразрез с их собственными позициями. Такая деликатность и податливость может помешать достичь нереальных высот. Очень часто их глаза постоянно попадают на одну и ту же комбинацию цифр в разных местах, но им не следует этот знак недооценивать. Случайности в их жизни не бывает, об этом им стоит помнить всегда. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.